Всем не бага, не лага, мои дорогие дрожевцы, с вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в приключения Бертрама Фидла. В этой серии мы залезли, в прошлой еще серии мы залезли в сад пожилой женщины, живущей одной с очень странным попугаем, который хочет жрать, но ему хозяйка не дает есть, и вообще он говорит, что все нам расскажет, если ему да хотя бы один крекер дадим. В любом случае, так, а на пробел тут ничего не делается, ладненько, давайте посмотрим, что нас окружает. Лиана, это очень хорошо. А крапива вонючая? Почему крапива вонючая? Я что-то вот, честно... А почему она вонючая? Я что-то... Может так? Задарма он размахивать ими не собирается. Так. That would just entangle things. Is the problem? It was bolted from the inside. Теперь я могу пройти туда и обратно, да? Хорошо. Слушай, yes, а ты можешь? No, не можешь, да? А зачем нам Лиана? Я понял, зачем нам Лиана. Мы будем играть в тарзанку, ребята. Так, а ну. Оп. And now to leap effortlessly across. Легко перемахнул. I need a little more momentum. Help! Help me, please! Let me give you a push. Дайте, это сейчас в шкаф прям затолкнет. You wait there, Gavin. I shall venture into the attic alone. Блин, я теперь не вернусь. And when he got there, the cupboard was, ooh, a biscuit. Да, крекер это хорошо. Это он нам все секретики расскажет. Так. Надеюсь, там есть выход. Мост. What a splendid panorama. It's almost as if you can step into the picture. Глянуть в нее, а не забрать. Я что-то боюсь это открывать, но... Чё там? Какой ужас, нет! Я хочу это развидеть, да, такой? Леди Равишем's chest. That's seen better days. The photomographs must be in here. The lock is too strong. I need the combination. А комбинацию мы узнаем у кого? Правильно, у попугайчика. Только как нам обратно перепрыгнуть? Yes. Look out, Mr. Fiddle. I need to bridge this gap somehow. Перекрыть... А, картины. Шикарно. Картина такая мощная. Я могу спуститься, не? Так, идем, крекер дадим этому попугайчику, он нам все расскажет. Все. Так. На. Нам. Давай. Ха-ха. Встретимся на чердаке. Вы заметили, что все тут говорят «Так-то лучше», «That's better». Это любимое, наверное, слово разработчиков. Здравствуй, попугайчик. I know the code. I know the code. 1842. 1842? А что было 1842? These must be what Lord Hearthwipe is after. I wonder why he wants them so badly. А, ну, понятно почему. так что нас, да, вообще? Все действие должно быть забыто там. Окей. Oh my,
Теперь вы знаете. Мне бы заполучить тот алмаз, я так предполагаю, да? Я бы мог им разжечь факела, ну, свечки в подвале в том, да? В прошлой серии мы находили. С помощью света, преломить свет, я так вот предполагаю. Это чё? А, это понял, да. What a magnificent! Look how it catches the light. That thing, a mere trinket that has brought nothing but bad luck. A gift from someone I'd rather forget. May it bring you better fortune than it has me. И ты мне его хочешь его дать? О, шикарно. Вот, это уже лучше. That's better. Так, пошли попробуем свет преломить в подвале. По идее, заработает. А слушай, а можно ли объединить вот это с этим? О! This should help focus the light. Ah, makes me beam with pride. Ah, my eyes! I might hold on to this ring. It looks quite precious. Кольцо оставил, да? Так, и что там? Вот. Что за... Ктулху, улитки! Что, кто ты? Ага! Нет? Count Falchmuckle, I presume? I know what you're thinking, Fiddle. Но это не моих рук дело. На этот раз. Are you eating a giant woodlouse? You truly are a despicable man. Maybe I am, but we all have our little. Свои тараканы, у тебя свои мокрицы. What do you know about these murderings? I've heard rumors that the murderer will strike again, but I'm so hungry I cannot remember. Так, а у меня же ничего нету, да, поесть тебе? Дать. Curious beasts, aren't they? But surprisingly nourishing. They say I'm mad, but they're packed with vitamins. Vitamin? They sense fear, Fiddle. Are you afraid? They can strip a man to bones in minutes. I've seen it. Фига себе. I've never smelled anything so disgusting in all my life. Не нюхал, ну, не знаю, зачем он там, да? Кхтулху. Bless you. Ха-ха-ха, думал, что он чихнул, окей. Кхтулху, будь здоров. A pretty enough trinket, but things of a mineral origin do not interest me. Природного происхождения. Может, тебе труселя? У меня дома такие же, окей. Может, ты хочешь поглядеть? Ну и бошку я не могу, да. Я не могу. Это пауза? А, понятно. Продолжить. Yes. I cannot do that. Yes. If I could, I would. Yes. I cannot do that, sir. Yes. Would not work. Ладно. По всей видимости, тут что-то не то. Feed me, and I may be able to recall some details. What unimaginable thing could satisfy his hunger? Чем же его накормить таким эдаким? И палку нельзя взять. Походу, в том дворе надо что-то найти такое, чтобы ему понравилось.
Юпитрона. Доктор Юпитрон's reinvigorative tonic. A cure for all your ailments and... Окей. No point going back that way. Ладно. Не, просто, может, я что-то пропустил. Ну, тут нечего, да, ловить? Да. Зачем эти локации оставлять, если... Странно. Тут больше нет? Сейчас пройдемся до конца. Ага, смотри, тут еще какая-то локация. It's a bit fishy. What are they? Very special, that's what they are. But I ain't got time for chitter-chatter. Water is dripping everywhere. It's gonna be spoil everything. Try these on for size. Оп. Blooming marvelous, sir. Cold blimey, sir. I'm most humbly indebted to you. How can I ever repay you? Дайте мне что-нибудь. What are they? Avocados, the world's rarest fruits. Авокадо. One in return for helping me out. One good turn deserves another. Thank you, good sir. It's all wiggly. It's a bit fishy. Are you just gonna stay there gawking? Ладно, ладно, ухожу. It's a pineapple. Ain't you never seen one before? Кто? Пироганос? Пироганос? Нет, такого не видел. Ладно. А вот и панталоны пригодились. Окей, пойдем накормим его. Этого мокрицееда. Будешь авокадо? Они с киви перепутали, наверное. Запретный плод. Forbidden fruit. There's nothing so delicious as that which is taboo. Oh yes. Oh yes. Чак, чак, чак. Всех накормить, попугая накормить, этого накормить. If the living can't offer any clues, then maybe the dead can. Tell me more. Do you know Sir Bruce and Lady Jane Wimperey? They are keen spiritomologists, and I know Sir Bruce has had need of special assistance in the past. I've heard of a gypsy lady who has such powers. Mayhaps you should seek her out, but be careful, Fiddle. You are meddling with things you can't imagine. Here, take this for protection. О, шпага. Leave me to my gluttony. И теперь с помощью этой шпаги мы сможем прорубиться сквозь заросли в саду у этой дамочки. А, ну хорошо. И то радует. Хотя бы чуть-чуть продвигаемся тогда. Так. Think of the damage that would cause. А это что? What fantastic flora! Such beautiful botany! Where are all the bees? Think of the damage that would cause! Я был неправ. Тут что-то как-то не срастается. Что у нас еще есть? Возвращаться нет смысла. No, that won't mix. Так не пойдет. That's not to be sniffed at. Не дыши, yes, Гавин. I cannot do... Но это ж нельзя рубить. Hmm, that bush hasn't been pruned for years. Можно? Look out, Gavin! It's alive! My goodness! Rhododendra carnivosa! Живоглот! Ну вот теперь можно, блин, к нему надо было просто подойти. Back, you evil shrubbery. Time to prove...
new down to size. Huzzah! Yes, Heliopost lunge. Whoopsie. Эй, ты бросил свою... This way, Gavin. Шпагу. Кевин такой, чё происходит? Чё это было? Фига себе заросли. This reminds me of the jungle. Не говори. Действительно, будто в джунглях. Так, вот этот куст живой. Fiddle, over here. Куда сюда? I can hear the trees talking. Так, а тут тайная комната. Опа. Ah, Fiddle. You made it past that murderous hedge then. Oh, Lord Arthwag, how did you get in here? I have my ways, Fiddle. Have you got my photomographs? Да. На. Splendid! Splendid! Старый ты развратник. Не. Yes. Mentioned some kind of reward. I did I? Let's just say you won't have to worry about that Dullsworth fellow again. Я думал, ты про деньги говоришь. How did you know about that? Oh, here, look, a secret passage. Be on your way, Fiddle. You have a murderer to catch, and you don't want him to get away again, do you? Надо. Smell danger. Надо. Danger. Mind your step, Fiddle. It can get quite treacherous in there. Ну, как будто у нас есть другой выход. Оп. И Гевин за нами. И что же на той стороне? Жуткий финал. Это уже финал? Что-то короткая какая-то головоломка. Mind your step, sir. There must be a way out somewhere around here. Через канализацию. Огурценосый, привет! My goodness! This tunnel has led us right under the canal. Ooh, fancy that. Gavin, you look different. Oh, you have an eye stuck to your face. Да, у тебя глазик прилип. Это наверняка глазик нашей принцессы. An eye for an eye. An eye for an eye. Это наверняка он. Кексики. Ooh, my favorite. Oh, are you an angel? Да, канализационный. I am Bertram Fiddle, leading Victorian explorator. Oh, I'm Norris, and I'm a bit down on my luck, mister. My good lady wife threw me out on account of my tuneless whistling. Said it were driving her to distraction, she did. Oh, poor you. Indeed, sir. Now I'm sat here in this tub, pondering the meaning of life. Как тот мудрец с бочки просидел почти всю жизнь, да? Ладненько, пойдем дальше. Здрасте. Evening, sir. I am on a hunt for the fiendish villain known only as Jeff the Murderer. Have you seen anyone suspicious pass by? No, sir. I've been too busy sweeping up other people's mess, sir. It's gonna take me ages to sweep all this muck up. This broom just isn't powerful enough for me. Makes me right angry, it does. Especially now I have to use this feeble broom. If only my newfangled automatic sweeping machine hadn't broken. What a marvelous machine! Я починить никак не могу, да? Пошёл мальчик туда. It's too precious. Это слишком прелестно. Так, а ты починить не можешь, да? Так, сюда нам нельзя и не надо, значит, пойдем туда. It's rather unbecoming of a man of my standing to be rooting through dust. A jar of gruel, rubber sock. Ooh, резиновый носок. Что это, коробка? A cock. Так. Пойдем. Уличная медитация, это называется дырка. Много медитировал, да.
пробку. I don't want to make it angry. Алмазик. It's too precious. There's a rat in the toilet. What am I going? Look at its fangs. Ладно. О, что это такое? Did Sir Bruce send you? Yes. Prove it. What a fearsome gargoyle. Reminds me of my mother. Шикарно. I have this enormous diamond ring. They aren't listening. У меня есть пробка. That won't work. У меня есть башка. С одним глазом. Ой, продолжить. Так, больше тут ничего нету вроде бы, да? А что она сказала? Hello, I'm on the trail of Jeff the murderer. Can we come in? Did Sir Bruce send you? Yes. Prove it. Prove it. Такой перевод. Докажи. А ну, иди доказывай. It, иди крысу докажи. With all respect, sir, I am not that kind of cyclops. Не этой масти. Блин. Надо как-то доказать, что мы от Брюси. Только Брюси, Брюси. А, это Брюси, это канализационный парень этот. There you go. As good as new. Oh, thank you, sir. With my contraption back at my command, I'm capable of anything. Who knows what I may become. Time to clean up this muck and make everything immaculate. 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 Окей. Так, берем швабру и шваброй прогоняем крысу, я так понял, да? Кстати, а может нацепить мне? No. Oh. The muffinry is closed. Какая жаль. Ладно. Маффинов нам сегодня не поесть. А ну, пошла прочь, крыса. Может тебе дать? Unbesweepable. Блин, а как ее прогнать тогда? We need to lure it out. Unbesweepable. There's a rat in the toilet. Look at its fang. That would only end. Это ее только разозлит. Так, у нас есть крыса. У нас есть женщина, которая не впускает меня. Слушай, а может... Unbesweepable. I cannot do that, sir. Не могу, сэр. Да больше, собственно, ничего нету. Здесь что-то все-таки пропустил. У нас же там еще человек, я забыл совсем. I'm not going down there again. На, жене подари. Will this be of any use? Ooh, I bet that cost a pretty penny. But I fear it would lead me astray. Да ладно. Now that don't impress me much. Как-то не впечатляет. Enjoying a good soak, I see. I'm a man of simple pleasures. May I borrow your tin bath? It's all I have left, sir. I wouldn't part with this for the world. Ну так, а вот теперь так, не? Ooh, I bet I... Скользкой дорожки. Что-то я чё-то не это. Now that don't impress me much. А ну силой забери. Sir, I don't think he would approve. Слушай, а может с этой стороны что-то есть? Ёкарный бабаёныш! Hello, gentlemen. You're not from around here, are ya? Do you see anything you fancy? Oh, I'd love a bit of muffin. You fribbling nitwits! How dare you! How rude! She threw her muffin at me! I'm not going to eat something that's been on the floor! I'm not an animal! Так, еще жители. Здрасте, редиску выращиваем, да? Turnip you have there. Leave my turnip alone! Oh, it's my beautiful baby turnip. They call me Pokey Me.
Дыроков. We've reached. Oh, she will as well. Look what she did to my hat. I will poke you. Yeah. We don't like your sort around here. Poking your noses in. You poke your noses in here, I'll poke you in the nose. Может, ты хочешь швабру? Don't go waving that about, because I'll keep poking holes in it. Может, ты хочешь это? So I can't poke holes in that either. I didn't want to anyway. Get away from poke me again. Ладно, пойдем в следующую локацию. Оу. И мост развел он, да? Спасибо. We're closed. No one crosses the bridge after dark. It ain't safe. But I need to get across. I am on very important business. Sorry, mister. Since the murdering started happening, we always shut it at night to keep the rascals out. Can't you just open it a little bit? It's more than my job's worth. I'm off home for a nice plate of kippers. You'll have to come back in the morning. Oh, Fudge, what shall we do now? Мы можем переплыть на... An ensemble of reeds. We're going to need a bigger boat. Hmm. If only there was a way to get to the other side. Hmm. Ну, у нас уже вещи некоторые появились. No, that's not. Maybe you can use it. No, sir. Так, тут больше ничего нету, да? We can't reach it from here. Ладно. Будем использовать то, что у нас уже есть, да? You've pierced my reed. О! Так, дудочка. А, крысолов! Ё-моё! Ну да, как я сразу не понял. Крысолов, оно... My deduction was unfounded. Может, ты это хочешь? Here, Ratty, Ratty. Good for reaching awkward places. Most unbrushworthy. Так, а что у нас тут еще? Вот это осталось. No, that's not going to work. Ладно, тогда к этому парню. У нас он еще остался. Давай вантус тебе. Это даже не вантус, а ёршик. Nah, I'll get enough of that at home. Может, дудочку? Will this be of any use? Oh, thanking you kindly, sir. I'm going out to whistle my wife back. Окей, забираем ванну. Да, это всего лишь ванна. Я всего лишь его могу в карман положить. Ужас. А, на ванне мы можем поплыть, ё-моё. Чё я? Чё я парюсь-то? На ванне мы поплыть можем. Она же не тонет, это же ванна, да? Пофиг, что она металлическая. Что-то? Ну хорошо, а дальше что? You can use this broom as a paddle. И ёршиком, да? Most unbrushworthy. Недостойно нашего ёршика. It's too... I think it's probably better if I stay on this... Хорошо. Иди ты плыви. Греби! Hold on, sir. Гевин, греби! Я быстренько. Сейчас ко дну пойдет еще. Давай быстрей! И утонула. Ну и, конечно же... Опускаем его. Опа, а вот и глазик.
последний глазик девушки этой, которую мы собираем. Excuse me, young whippersnappers. That eyeball belongs to me. Find us keepers, mister. We saw it first. If you want it, you'll have to beat us at marbles. Well, I used to be rather good at this game when I was a lad. You can't play unless you've got a marble. We don't make the rules, mister. Окей, ну шариков у нас действительно нет. У меня есть вот это. Так, ладненько. Вот это что тут? Ничего нельзя? Ничего нельзя. Ладно. О, тихо. Это что такое? Это что за паукан? Look at the size of that spider. Oh, the cobwebs are all stuck to my brush. И зачем мне паутина? No. Ладно, пойдем в дом. У него планшет. Чё за? That's a lovely color. That's my rouge for giving my cheeks a pinkish glow. Do you like them? My cheeks. Мои щечки. May you hold on one moment. I'm busy attending to my clockwork farm. It's very enchanting. Фермы. May you hold on one. It's very enchanting. What are you doing, sir? Who are you, and why are you in my house? Allow me to introduce myself. I am Bertram Fiddle, leading Victorian explorator. And currently I am hunting down the true identity of Jeff the Murderer. Perhaps you know of him. What are you accusing me of? You'll have to excuse my husband. He's been under a lot of pressure lately. He is a very sensitive man, aren't you, Bruce? Ever since the accident, when my parents died in the most suspicious of circumstances and left us this house and untold wealth, he's been very tense. I kept hearing voices. Terrible, persistent voices. You used to attend those seances to try and find tranquility, didn't you, dear? With that curious medium. What was she called? Madame Blackheart. Used to visit her every week, but now she's on the other side. You mean she's dead? No, on the other side of the canal. A less salubrious part of town. I keep meaning to see her, but I've a lot on my mind. What's that card? I recognize that mysterious symbol. Не узнаю этот мистический символ. Ладненько, ребят, на этом я, наверное, закончу. Неизвестно, сколько нам еще осталось снимать здесь, да, в этой игре. Но огромнейшее всем спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Впервые на канале, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. Всем удачи, до скорого и пока!